Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Земфира, я рада приветствовать вас. Сегодня по плану мы будем готовить кыстыбый. Кыстыбый – это традиционное татарское и башкирское блюдо. Представляет собой лепешку с начинкой. На самом деле рецептов кыстыбый очень много. Кто-то готовит картофельное пюре плюс обжаривает лук с овощным рагу. Но сегодня мы будем готовить традиционно, как мы это делаем дома. Итак, для нашего блюда понадобится для теста теплое молоко, соль, мука и в дальнейшем уже для смазывания лепешек понадобится сливочное масло. Для начинки картофельное пюре, яичко и сливочное масло. Готовить мы будем на нашей новой линейке. Это у нас долгожданная новинка София, нержавеющая сталь, очень красиво выглядит. Будем готовить картофельное пюре. Картофель вымыть, очистить, нарезать небольшими кусочками и варить в подсоленной воде до готовности. На данной посуде можно готовить на всех видах плит, в том числе и индукционных. Надо дать тесту отдохнуть, надо накрыть полотенцем и подождать минут 20-30. Тесто у нас отдохнуло. Теперь мы наше тесто скатываем в толстую колбасочку и делим на... Лепешки мы будем обжаривать на нашей лавашнице. Лавашница из литого алюминия с антипригарным покрытием. Линия мраморная. Можно готовить с минимальным количеством масла. А мы будем готовить вообще без масла. Обжариваем лепешку на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны. Итак, у нас все готово. Мы теперь будем лепешки смазывать сливочным маслом и накладывать картофельное пюре. Наслаждайтесь, готовьте по нашему рецепту. Риза Кларагастемне Булсон.